Люблю покушать вечером, никому не говорите. Ой, ну как могли обзывать молодую здоровую девушку «Кровь с молоком», которая кидала одноклассников через плечо? Пыталась бороться с обидчиками успешно, с весом нет. Пыталась себя полюбить, в принципе, мне это удалось, но муж обещал бросить курить, если я похудею. У меня мотивация. Это я не выпила, это я так работала. У меня все нормально с давлением.